сегодня узнаем имя победительницы по результатам телезрительского голосования. Но у нас же была еще одна обещанная интрига. Интрига, простите, сладкая. А сладкая по-гречески гликос, глюкоза, то есть, обещала показать свое истинное лицо. Впервые за время существования этого проекта никто не видел вокалистку глюкозы. Все видели ее только в мультфильмах. Сорвем покровы тайны с того, что есть глюкоза на фабрике «Звезд 2».